Значит, свой урок мы начинаем, что в младших, что в старших классах, с толчков. Диафрагмальные толчки. Играются они от си второй октавы до четвертой октавы по полу тонам вверх и вниз. Четыре четверти, две комбинации по 4/16, одна четверть и одна пауза, в которую мы делаем вдох и задержку, после чего играем дальше. То есть получается, что размер у этого упражнения 4 четверти. Та-та-та-та-та-та-та-та-там, вдох, задержка, я-та-та-та-та-та-та-та-там, вдох, задержка, я-па-па-па-па. Добиваемся, это упражнение нужно играть с тенденцией все быстрее и быстрее. Это упражнение начинают играть с первого класса, обучающиеся в первом классе, и также до четвертой октавы. Вопрос, почему играем от си второй октавы, а не от си первой октавы? Ответ очень простой. При игре на флейте, именно флейте, очень большая нагрузка падает на губной аппарат, потому что у нас нет ни трости, ничего, ни мундштука, поэтому наш лабиум, который присутствует у нас, служит просто определяющий воздух. А то, чем мы посылаем, это наши губы. То есть наши губы – это наш мундштук. Соответственно, нагрузка на него очень большая, и развить его нужно, развивать его и качать его нужно. Соответственно, поэтому мы играем от си второй октавы до четвертой октавы, чтобы развивать мышцы губного аппарата. Да? После чего мы играем длинные звуки. Длинные звуки мы играем тоже не просто тянем просто длинный звук. Главная задача в длинном звуке – тянуть его ровным тоном. Ровно. Очень ровно. И как можно дольше. Давай. Пресс, грудь, вдох, задержал и пошел. И сурмин. Еще раз. Звук не вплывает. Звук начинается ровно. Вдох и спокойно выдох через 2, 21, 22, 23. Мог еще дольше потянуть. Дальше вдох. Еще задержка. И через трубочку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25. Да. Хорошо, то есть, чтобы не терять время, потому что это много занимает времени. Дома в более старших классах мы проигрываем длинные звуки несколько нот в верхней октаве, от соль третьей октавы до доль четвертой октавы, чтобы сразу напряжение и разыграть, и разогреть свой губной аппарат.
плюс отдельно можем проиграть нижние октавы несколько нот. Сейчас покажем для образца ля второй октавы. Вдох. Пройдем по всем октавам. Задержал. И... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Да, молодец. Теперь соль третья октава. От соль третья октава до четвертой октавы самые напряженные ноты. Ну, давай, потом я объясню, как у меня. Вдох, соль третья октава, вдох. Еще раз задержал. Соль третья октава. Еще раз точнее, звук изучения. Вдох. И туда, в потолок, трубочку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, да. Хорошо. Значит, до 20 секунд, 20 секунд третьей октаве, и это уже очень хорошо. В нижней октаве иногда доходит до 35 и так далее. Значит, вот эти два упражнения, на которых мы разогреваем, первое что упражнение, толчки, разогреваем диафрагмальную вибрацию, диафрагму, да, толчки диафрагмы, которые нужны нам для стаккато и для именно стаккато на флейте, для штрихов. И ровный звук, длинный ровный звук для развития ровного легато, да. Следующее упражнение, которое мы тоже делаем, но не каждый урок, а для того, чтобы запустить так называемые диафрагмальные вибрато. Вибрато бывает горловое, когда мы делаем здесь, и вибрато бывает диафрагмальное. Разница между тем и тем вибрато колоссальная. Показываем диафрагмальные вибрато от си второй октавы, так же как толчки, мы делаем по полутонам. Вдох, задержал, и диафрагмальное вибрато... Попробуем с тобой, где мы остановились, на этой ноте, и чуть побыстрее. Я. Просто побыстрее, диафрагмальный брат. Раз, два, четыре. И диафрагмальный. Вдох, из. Вот. Вдох, из. Вдох, из. Вдох, из. Ага, спасибо. То есть это упражнение мы делаем тоже не каждый урок, но оно существует, и этим же упражнением очень часто мы пользуемся для разбора нот произведений, допустим, например, таких как Цибин Ноктюрн, да, где триолями на диафрагмальном вибрато, для того, чтобы потом это вибрато просто спокойно заработало, и звук был глубокий. Так? Так, следующее упражнение, которое мы делаем для развития техники в третьей октаве, это зацепочки. Зацепочки Юрия Николаевича Должикова, который написал их и обучал всех своих детей. Значит, играются они от до третьей октавы специальной комбинацией. Давай, от до зацепочки. До диез сначала. И... Стоп, только не кланяйся ни в какие ноты. Вдох. Задержал, сразу туда... Не только двух нот, но и трех нот, и четырех нот. Следующие.
Максимально быстро для себя. Естественно, сейчас мы это делаем так, через год мы все быстрее, быстрее, быстрее. Дальше по 4. Вытягивай, вытягивай ровно вдох. Открыл горло и трубочка. Сыграть это на ровном тоне. То есть ни в коем случае, чтобы это не было. Чтобы это было ровно. На ровном тоне, на ровном звуке, на легато. Следующая комбинация. Помнишь ее? Все это играется в пределы большой терции. Дальше вдох. И хроматическая гамма. До ре ди до. Комбинацию с нотами играешь. Сначала играется до, до, диез, потом от ноты до, ре играется, потом от ноты до играется до ми, потом мы проигрываем комбинацию до, диез, ре, до, диез, ре, да? Следующая комбинация до, диез на ре, диез идет, следующая комбинация до, диез на ми, потом мы идем до, ре, диез, потом до, ре, ми, дальше играем до, ре, диез, ми, эту комбинацию проигрываем, после чего пошли хроматические триоли. Хроматическая триоль с ноты ми, так называемая гармоническая, да, и потом уже хроматическая до ноты ми. То же самое от ноты до, если мы делаем от ноты ре. Эти комбинации проучиваются сначала с педагогом, потом самостоятельно ребенком, и задаются эти комбинации не так, что а до, до, диез, а ре, от всех полутонов, а по две ноты, допустим, кругу. До, до, диез, ми, фа, соль, соль, диез. И вот эти по двум комбинациям таким образом выучиваются сложные места, сложные аппликатурные комбинации, незаметно техника приобретает. Потом мы спускаемся на вторую октаву. С Пашей мы лично еще не спускались на вторую октаву, если только Паша сам это пробовал. Да? Так, попробуй. Давай еще раз покажем зацепочки от, допустим, от ноты ре. Вдох. Если что, я подсказываю. Вдох. Задержал и... Дальше вдох. И... сейчас свое развитие, но стремишься все время быстрее. Дальше задержал и... Дальше. Дальше комбинация ритми. Возникает и трудность, чем более неудобная комбинация, тем больше мы начинаем горлом двигать, да? Задача какая? Открыть горло полностью. И ровный, совершенно ровный, через трубочку узенькую здесь звучок проходит. Не забывай, на нижние зубцы ставить плиту. Отрей еще раз эту комбинацию. Дальше и... Thank you.
упражнение, которое мы тоже делаем не каждый урок, через раз или в зависимости от необходимости, мы делаем на тему Кармен в первой октаве. Играем комбинацию нот, при которых главная задача сохранить открытое горло, чтобы комбинации нот не были рваными. Давай. Поехали. В первой октаве это делается? Да. Да, поехали. Задержал и ровным тоном. И... подъездом зажатый, не забывай, что воздух надо теплый послать. Что при вот этой комбинации нот, где мы в малую терцию уходим, да, и в малую, и в большую терцию, нужно проследить, чтобы не было. Всех упражнений у нас заняла ровно 20 минут, после чего мы начинаем играть в гаммы. Гаммы играем с понижением класса, то есть, соответственно, наша задача выучить гаммы до 4 знаков, включительно любую, на момент окончания музыкальной школы. Да? Значит, гамму мы сейчас играем с 3-4 знаками. Какую гамму мы сейчас играем? Ля бемоль мажор. Играем ее в комбинации на легато, на стаккато, трезвучие легато, стаккато, обращение легато, стаккато, доминант, септ, легато, стаккато, обращение доминант, септ, легато, стаккато. А, мы еще терцы играем, да? Обращение доминанта септа. И все это разрешаем в хроматическую гамму легато, стаккато. Сейчас играем в той в комбинации, которую играем на техническом зачете. Без терций. И без челнока. Поехали. Вдох. Задержал. И... значит, первая нотка, чтобы началась без поклонки. Да-да-да-да. И в третью октаву ты выходи просто... посылай воздух в потолок. Вдох. Трубочкой. И... вдох. Стаккато. Вдох.
хроматическую гамму на легато. Техническом зачете. А теперь в той комбинации сыграем мне гамму ми мажор, где мы играем терции и челнок. Поехали. Значит, с самого начала сейчас гамма ми мажор. Больше смыкаю губной аппарат. Все равно не хватает смыкания. Дырочка очень большая. И вот эта часть, она вся волю такая очень жесткая. То есть вот это наш звук. Нужно играть вот этими внутренними тельцами. Для этого нужно поставить флейты на нижние зубцы и вывернуть, как будто здесь трубочка. Вот здесь должно быть круглое, совершенно круглое отверстие. Оно делается не за счет вот этого состояния губ, когда мы делаем вот это, а за счет обволакивания. Да, за счет этого получается звук. Работать, потому что пока он не управляется очень сильно. И опять, вот смотри, ты вступаешь каким образом? Сейчас уже, да, не по гамме. Ты вступаешь. А нужно. Ую. Ую. И вот это ую, как уточка. Как свистим? Вот так же играем. До. Надо все время ушами следить, потому что просто так губами здесь не выследишь. Сомкни побольше. И в ночи практически спея. Вот это другое дело. Паш, это не придет со мной. Это только ушами делается и естественно, мозгами. Если ты только мозгами будешь, тогда это будет так. Потому что мера вот эта сомкнуть, это только твоя мера. И не забывай ставить на нижние зубцы. Ни в коем случае не ставь низко, иначе ты никогда не соберешь губный аппарат. Давай, сейчас еще раз повторим. Сейчас было хорошее звучание. Пусть вначале были киксы, но... И еще раз. Больше будет. Крем через П практически. Играй в том темпе, в котором ты сможешь. Да.
Так, после чего мы играем что? Челнок. Челнок. Поехали. Я могу хочу. Вдох. Задержал. И... Занятия с упражнениями и с гаммами занимает в среднем минут 25 от урока. Следующее наше это этюд. При наличии таких упражнений техника игры штрихов улучшается, соответственно, мы меньше расходуем времени на разбор нотного текста с точки зрения штриха. Потому что штрих у нас играется в основном стаккато, вот у нас толчки, легато – это длинный ровный звук, да? Поехали. Этюд. Забежал и... Стоп, четверть там. Ти-дам, ти-дам. По два такта сначала просто отработать. Давай вот в этом такте разберемся. Мы читаем его с листа сейчас, в данный момент. Еще разок. Последний подвигай, сейчас подснимай, потому что это аллегро. Но тебе несет все.
обычное трезвучие идет. Вот мы разобрали половину и сюда. Сегодня это был домашний разбор дома, не очень, по всей видимости, качественный с точки зрения штрихов и просмотра нот. Но, значит, вот до этой галочки, где я тебе поставлю сейчас, до следующего урока, это нужно, во-первых, сложные места. По два такта проучиваем, потом соединяем. Слава богу, это не так страшно. Вот. И вот к этому, до этой галочки, следующему уроку нужно выучить наизусть. Здесь ничего сложного нет. Дальше опять пошел про повтор. Дальше ты разбираешь, просто опять просматриваешь. Вот ровно до этого места. Ну, то есть здесь одно и то же. Ровно до этого места. Это место, если будет время, просмотришь. Если нет, значит, к следующему разу. Пока все силы брось на освоение. Хорошо. Значит, следующую пьесу, которую мы просматриваем. «Восточный садок». Современная музыка. Мы готовим к концерту ближайшему. Ну, давай. Я буду пропевать, просчитывать. Ты стараешься выполнять те требования, которые мы с тобой ставили на прошлом уроке. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз. И... Значит, отказывайся от вот этого звучания. От этого толчка в пензуке. Зачем такое? Звук должен быть сразу на диафрагме, сразу легкий. Последняя нота, она должна быть покороче, потому что ты же не бежишь вот так вот, сначала сядешь, потом бежишь с колен вставая, нет, оттолкнись от нее и пошел вперед. Дальше.
пошел. Вот! Никогда не начинай, спасибо, сейчас я тебя перебью. Никогда не начинай первую ноту так, как будто она первая и последняя. Она всегда как бы продолжение чего-то до этого. То есть ты повел, если ты в нее садиться будешь, ты дальше не пойдешь. Вот, движение. Наизусть уже ничего-то сложного нет. Выучиваем. Мы ее уже, наверное, и знаем.
Значит, главное вынести правильное понимание, как ты должен его разбирать. То есть надо понять, что звук сам по себе, это не только «ху», и вот он пошел. Звук – это оформление вот здесь, вот этими внутренними частями, это этими вот розовыми частями губ, внутренними частями, да, так скажем, мясом губ, то, что внутри, оформляется наш звук. Можно очень долго дуть, стараться, но вот если вот здесь комбинацию не поставить, то звук будет всегда рыхловатый. Поэтому играть просто нотный текст для тебя это неприемлемо. Нужно не нотный текст делать. Иногда можно просто раз приладился вот с этими толчками, как я тебе показала, и йо-то-то-па-па. Таким образом ты свои уши приучишь слышать, какой звук у тебя должен быть. Понимаешь? То есть не надо вслепую просто ноту учить. Ноту ты по-любому выучишь. Или гамму. Гамма просто так, вот как мы играем, да, допустим, тоже нет смысла. Ведь каждый урок мы с тобой занимаемся на то, чтобы гаммы изначально были озвучены. То есть мы тренируем все. Дыхание, задержку, вдох, задержку тренируем. Тренируем губной аппарат и диафрагму. И чтобы все это работало в гамме. А просто так ми-мажор, ну тогда и просто так будет ты-ты-ты-ты-ты-ты звучать. Именно вот это концентрированный звук, которого сейчас очень много.